Вы смотрите Central Asia's Got Talent, и каждый из полуфиналистов доказывает, что в Центральной Азии есть таланты. А следующие участники не просто сильны, они очень сильны и выносливы. Ташайнар, Кыргызстан. Я хочу посмотреть в следующий раз на Амирчика. Я говорю, да? Это уже сроду талант. Если бы было бы научиться, то все научились бы. Если я вот лежу, ничего не делаю, то вся в теле болезнь так появляется. Думаю, надо энергию терять или не знаю. Мне самому интересно, откуда, как все это. У меня отсутствует одна почка, врачи удалили. Врачи не разрешали мне. Самое максимальное 21 килограмм только тяжесть. А на сегодняшний день это самая большая была, это уже Ту-134 самолет зубами протягивали. Силачи. Как было это страшно, но интересно. Я люблю, да, талантливых людей, но мне больно. Талантливых людей должны видеть, замечать и запоминать. Не просто станцевал на сцене, прыгнул, а реально они избранные какие-то на этой планете. Невероятно, но и это еще не все. На сцене продолжение номера от команды Ташайнар.
Амирчик, как дела? Привет. Ярче. Сколько тебе лет? 6 лет. Сколько килограмм весит Амир? 21 килограмм. А машина, автомобиль? Минимально, минимум тонна. Уважаемые судьи, наверняка есть что сказать. Ну, конечно, номер очень и рискованный. Да. Да, и очень удивительный номер был. Спасибо вам. Вы, наверное, это, конечно, это, я думаю, это Божий дар. И вы много лет этим занимаетесь. У вас есть опыт и навык. И Амир, молодец, Амир. Даже взрослые не могут. Спасибо огромное. На самом деле это очень удивительно. Огромное вам спасибо. Рахмат сіздерге. Спасибо большое. Увидимся позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.